2 года понадобилось полицейским, чтобы раскрыть шокирующее преступление в Шымкенте. Мужчина убил брата, выбросил его тело в туалет, залил яму бетоном и построил на этом месте сарай. На протяжении 2 лет оперативники пытались найти хоть какую-то зацепку. Дело удалось раскрыть после показаний случайного свидетеля. Он сообщил, что к исчезновению мужчины имеет отношение его младший сводный брат. Подозреваемого в убийстве взяли под стражу. В 2021 году в Микшинское районное управление полиции обратилась местная жительница. Женщина заявила, что при неизвестных обстоятельствах пропал ее 32-летний сын. В течение 2 лет сотрудники криминальной полиции проводили все необходимые разыскные мероприятия. В результате оказалось, что мужчина стал жертвой убийства. В качестве подозреваемого лица полицейские задержали и водворили в изолятор временного содержания его сводного брата. В данное время уголовное дело с обвинительным актом в соответствии со статьей 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Убийство» направлено в суд. По словам задержанного, на преступление он решился после череды скандалов, которые его сводный брат якобы устраивал матери в пьяном виде. В ходе очередной ссоры младший нанес старшему несколько ударов арматуры по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте преступления. С 2021 года он считался пропавшим без вести.